Всех приветствую на моем канале. В этом видео расскажу и покажу про повышение ранга сфер держав. Сначала выберем корабль. Сами системы для повышения ранга находятся достаточно далеко, и поэтому нужен корабль с хорошим прыжком, дабы сократить полет к ним. Не забудьте топливозаборник и грузовой стеллаж. Хорошо подойдет Asp Explorer, Diamondback Explorer и Krait Phantom. Остальные на ваш выбор. Главное, чтобы размер корабля не был больше среднего. Станции, куда мы летим, будут в основном оборудованы маленькими или средними площадками. Начнем с ранга Империи. На данный момент самые быстро прокачиваемые. Системы и станции я оставлю в описании. Также оставлю, какие ранги и что открывают. Прилетев, заходим в меню миссии. И через фильтр выбираем курьерскую доставку. Это самые быстрые и простые миссии. Также вы можете выбрать другие, например, доставку или пожертвование. Не перепутайте те задания, которые идут на покупку товара на рынке. Нам нужна именно перевозка товара, который дает сам заказчик. Обращайте внимание на присутствие знака державы при выборе миссии. Если его не будет, то за выполнение миссии нам не дадут прибавку к рангу. Берем все, какие есть, или пока не закончится лимит на доступные активные миссии. Летим, сдаем. И так по кругу, пока не получим нужный для нас ранг. Один нюанс. Как только ваш ранг заполнится на 100%, вам дадут миссию на повышение. Выполнив ее, присуждается новый ранг. Далее продолжаем брать обычные миссии. Если само задание не устраивает, можно перезайти в игру. Такая же система и с федеральным рангом. Единственное различие – прокачка получается дольше. В системе SOTIS и CEOS много станций, и задания будут даваться на них всех. Можно, конечно, брать только конкретно одну, но выходит по количеству миссий меньше. Тут также вам решать – вести на одну станцию или брать все миссии на все станции. А на этом все. С вами был Макс. Спасибо за внимание.